есть очень интересная история о женском коварстве. Когда еще не коронованный Павел I со своей супругой молодой Марией Федоровной путешествовали по Франции, их пригрела и приголубила Мария Антуанетта. И в качестве какого-то жеста доброволи она позволила Марии Федоровне воспользоваться услугами своей личной портнихи. Понятно, что очень хорошего специалиста. И в Россию Екатерине II Мария Федоровна прибыла с шикарнейшим гардеробом красивых платьев, сделанных по французской моде. Что сделала Екатерина II? Она сказала, что ничего французского, ничего иностранного у нас здесь не будет, поэтому мы все, по нашей моде будем одеваться. Но, на мой взгляд, это была только внешняя, скажем так, одна сторона медали. Если посмотреть на это с другой стороны, понятно, то, что подойдет молодой красивой девушке, совсем не подойдет девушке, которой уже 30+. И с учетом того, что вот эта молодая красивая девушка, она, будущая императрица, понятно, что все ее будут копировать, и поменяется стиль, который, абсолютно не подойдет другой девушке 30+. А почему бы в таком случае не воспользоваться своим статусом императрицы, и не запретить моду и оставаться по-прежнему красивой и привлекательной, потому что она одевается в том стиле, который ей подходит.